Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Как обычно, по традиции, вместе со мной заряжаем себя на самый лучший день и проговариваем такие слова. Сегодня я получаю добро из неожиданных источников. Вот повторяем один раз, и вы посмотрите, что сегодня этот день будет для вас самым добрым. Ну а теперь небесное послание на 20 мая. Важность принятия других взглядов. Ничто в этом мире неоднозначно. Мы должны учитывать, что каждая ситуация имеет как минимум две стороны. Если мы не способны оценивать ее с другого ракурса, то это грозит нам большими заблуждениями и предвзятостью. В то же время, когда мы учимся видеть и принимать, что в мире есть и иные точки зрения, кроме нашей, мы растем, становимся мудрее и гибче. Тогда нам становится проще принимать решения и преодолевать любые жизненные трудности. Если вы сейчас только на пути к этому осознанию, то вы уже многое имеете. Ведь тренировка гибкости может происходить на большинстве житейских, повседневных ситуаций. Пересмотрите свои взгляды и ограниченность воззрения, чтобы открыть для себя целый мир, полный противоположностей и неожиданных поворотов. Тренируя умение видеть ситуацию с разных сторон, скажем так, смотреть на нее своими и чужими глазами, вы встаете заведомо в выигрышную позицию и быстрее добиваетесь того, к чему стремитесь. И в течение всего дня обязательно повторяйте такие слова. «Все, что мне нужно знать, в любой момент раскрывается. Моя интуиция всегда мне на пользу». Повторяем 7 раз, и вы посмотрите, что вы обязательно добьетесь именно тех желаний, которые ставите перед собой.